Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео я дам ответы на часто задаваемые вопросы по поводу наших медогонов. Первый вопрос, который часто задают нам клиенты при получении медогонки. Медогонка выполнена из нержавейки, но она приходит вот такая белая. Это не окрашенная медогонка, она полностью из нержавейки, просто это защитная пленка. Для того, чтобы увидеть, что у нас нержавейки, мы просто должны снять эту защитную пленку, и она будет у вас вот такая вот зеркальная. Следующий вопрос, который у нас часто возникает при покупке медогонок, это какие рамки можно откачивать с помощью этой медогонки. Ответ простой, я вам сейчас это покажу, здесь можно откачивать все виды рамок. То есть берем самую распространенную Дадан. Она отлично входит в медогонку. Дальше. Очень часто клиенты ищут медогонку на украинскую рамку. Наша медогонка откачает украинскую рамку. Можете посмотреть. Кассеты сделаны так, что она отлично туда входит. Вот украинская рамка. И вот посмотрите, как она сюда садится. То есть она будет качаться, не царапаться. Ничего с ней не произойдет. Дальше. Понятно, что можно откачать рамку рута. А также отлично можно откачать две магазинные рамки, которые вставляются в одну кассету. Можно любым способом. Еще место есть. Перейдем к следующему вопросу. Это вопрос, как разворачиваются рамки. В чем преимущество поворотных медогонок? Первое, это то, что вам не нужно доставать рамки. Вы можете сразу... Когда вы откачали одну сторону, вы можете сразу, не доставая рамки, перевернуть кассету и откачать с другой стороны. Смотрите, здесь в этом медогонке крепление кассеты центральное. Это его преимущество в том, что вы можете каждую рамку, каждую кассету перевернуть автономно. Это происходит вот так вот. Вы выводите кассету в центр, разворачиваете ее в центре и ставите. Опять-таки, выводите кассету в центр. Разворачивайте в центре и вставите. Следующий вопрос, это часто возникающий вопрос по редуктору. Он двухстороннего вращения или с тормозом? Объясняю ситуацию. Редуктор изначально идет одностороннего вращения. То есть мы начинаем вращать. Видите, ручка не крутится. Для того, чтобы остановить, мы делаем тормоз. Некоторым клиентам необходим редуктор двухстороннего вращения. Этот же вопрос решен в этом редукторе. Что для этого надо сделать? В комплекте идет вот такой вот штифт. Он обычно крепится на редукторе или лежит в паспорте. Для этого нам нужно, необходимо открыть крышку редуктора. Снимаем крышку редуктора. Смотрим, что мы видим. Редуктор у нас состоит из шестерни и червяка. Для того, чтобы снять тормоз, нам необходимо найти вот эту вот выемку и отверстие в редукторе. Вот. Видите оно? То есть ротор можно подкрутить. И сюда вставляем штифт. Если вы выровняете, отцентруете, то оно все отлично будет. И что мы теперь видим? Получается, мы ставили штифт, подняли червяк и вращаем в одну сторону и вращаем в другую сторону. То есть мы сняли тормоз. Кому как удобно, тот так может и работать. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!